Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Джонни Папи, мы с вами продолжаем играть Half-Life Black Mesa. Это все та же самая 12 глава поверхностное натяжение. Она оказалась почему-то очень долгой и длинной. Вот, в предыдущей серии мы остановились на том, что мы добрались вот до этого, скажем так, момента. И у меня 4 хп, мне надо как-то вниз спрыгнуть и не покоцать себя. Ёшкин матрёшкин, начинается у нас вот с таких вот нежданчиков. Хэдкраб, откуда ты взялся? Тебя вообще даже не видел. Вот ты чё так? Надо его сразу завалить. А, вон он гуляет, вон он. И заюзать аптечку. Совсем охренел Хэдкрабик. Ладно, так, давайте сохранимся. Мы все движемся к группе Лямбда, которая якобы должна нас спасти. Смотрите, какая. Отражение какое. Так, вот эта штука нам нужна по-любому. А куда ее воткнуть, мы сейчас с вами и посмотрим. Конечно же, куда? Вот сюда. Сейчас перекроем подачу. Отлично. Так, отлично. Хэдкрабики, зомбаки, фонарики. Что ты тут делаешь? Так. Я думаю, что в этой главе мы все-таки закончим. Не в главе, а в видео прохождения. А, надо обратно вернуться. В этом видео все-таки закончим эту главу, и следующая глава у нас будет ядро Лямбда. Оу, посмотри, какая она якобы опаленная. Но, конечно же, она нам вреда не принесет. Это всего лишь текстурки, но внешний вид у него хороший, прям такой красивый-красивый. Так, ой, это мой фонарик. Тени у моего фонарика. Оп. Аккуратненько, аккуратненько двигаемся. О-о-о, там опять челики. Ну что ж, будем делать, потихонечку проходить. Я же тебя хотел... Сейчас подойду, подожди. Конечно, она не фуловая. Что-то он там говорит. Так мне все равно не слышно. Так. Ну, вообще по-английски говорит, look. А где английский? Ты со мной пойдешь? Подождите, давайте я сохранюсь, а то мне что-то как-то это... Йоу. Они собрались улететь куда-то или кто-то прилетел? Давайте посмотрим на всю эту ситуацию. Аккуратно, аккуратно. Ты в Хайди решил пройти? Так. Пошел. Что ты пошел? Там вертушка, ёперный театр. Вы посмотрите, как все серьезно. Ой, они все пошли куда-то. Тихо, тихо. Типа нас не видно, что ли? А, мы должны улететь на вертушке отсюда, окей. Ну как, только мы подойдем к вертушке? Йоу. Ты что, стал стрелять? Ой, идиот. Они его пришили. Ай, ты, меня заметили. А, Грена! Ну, вылези. Оп. Что это за баг был? Оп.
Давай, быстро. А, блин, я думал, он будет перезаряжаться. Надо даже выйти, вылезти. Привет. Что ты там руками машешь? Ага, все что ли? Здесь квизи? Ну, что-то это было маловато. Грёбаный бот. Спалил всех. Да ты! Как это странный глюк. Не мог запрыгнуть. Так. Ага. Эта штука не работает. Аптечка, все это хорошо. Нет бы взять вертушки, улететь, да? Самолет, все как надо. Так, а как тебя открыть? О! Ты жив? Давай! Спасибо. Но он говорил по-английски, то что. Слушай, я тебе сейчас открою. Security booth. Down and to the right. Что? Хорошо, говорит, охраняй вход. Я типа, мне нужно пройти. Причина гибели людей необходима для выполнения. Да как? Вы видели этого читака? Ладно, сейчас еще разочек. А что, отсюда начинать? Да я не знал, что отсюда, ладно. Сейчас мы тогда... Да, почему тут ты не можешь подняться? Что... Получи, блин. Так, там надо убить этого чувака, который такой... Прям такой. Сейчас. Пойдем. Сохранимся. Сразу возьмем арбалетик. Зарядим его. Нам нужно... Спасать этого челика. Вернее, не дать ему умереть. Иди сюда. Блин. Тихо, спокуха. Да. Сохраняем. Сейчас он нам откроет вот эти ворота. И мы уже тогда точно убежим. Да, это выход, видите, знак Half-Life. О. Да йоу. Все? Охранник, ты где? А, открыл, спасибо. Да, вот эту штуку нам надо было открыть, мы в прошлой серии. Мы сделали это! Че ты кашляешь? Давай открывай. Я не понимаю, ничего, забыли перевести ли это? У меня какой-то глюк. После вас. Спасибо большое. Так, ну здесь я был. Ага. Не был. Я что-то запутался. Так, а куда нам здесь идти? Хэдкраб. Пошел вон отсюда, ты меня заставляешь нервничать. Так, две грены. По-моему, я здесь не был, да, ребят, я здесь не был. Тут какая-то хрень происходила. Йоу, опять эта фиговина. Так, надо как-то... Да ты чё, читак?
Когда он появляется, надо сразу просто брать и тупо бежать. С монтировочкой. Забить на все. А, Вася. Просто бежать и все, бежать. Биться с ним, пытаться, это не вариант вообще никакой. Мой револьвер. Тихо. Он, по-моему, идет. Так, ну я же здесь был, да? Что-то, ребят, я уже запутался. А, идет! А, куда тут надо-то? Самый низ. Так, я не думаю, что самый низ. Тогда вот давайте вот сюда. Вон она. Слушайте, а может быть его завалить так? Вот этими штуковинами. Но я думаю, это нереально. Он неубиваемый. В прошлый раз я его завалил с помощью, скажем так, электричества. Можешь его сюда подогнать? К бензовозке. Да-да-да, слышу. Хубер все слышит. Да. Как покидайте? В общем, военные решили свалить отсюда. Сейчас пометим, где эта фигонька ходила. Тихо, аккуратно. Ты рядом со мной, что ли? Давай. Да подожди, не тряси ты так. Я пометил. А, вот сюда надо, ребят, направить. Юху! Было как-то изи. Изи, но как-то прям по-деревенски. Ну, в том плане то, что по-нубски, как-то без эффектов. Я думал, будет бум-бада-бум, а случилось просто пиво. Окей. Что нам надо сделать дальше? Здесь непонятно, не пройдешь ли. Или пройдешь. А, но все свалили, ребят, все свалили. Слушай, давай шандарахнем по вот этой бензовозке. Может быть... Что-то интересное будет. Летит, летит, летит. Вон она. Охрененно. Так. Вот это что за опознавательный знак? Давайте тоже шандарахнем. Ага, вон там топливо и там топливо. Ёперный театр. Ну, ради интереса-то надо. А, нам надо вон туда пройти, я понял. Так, здесь мы вломали. Ага, эта штука упала. Она даже не рушит. Неинтересно так, ладно. Пошли. Что, ты по несколько раз будешь бросать? Я думал, одного раза достаточно. Так, слази отсюда, вылази. И валим с этой базы. Все свалили, ученые свалили, мы свалили... А это что здесь делает? Такая тачка презентабельная. Мне кажется, здесь был этот чувак. Главный. Такой костюмчики. Костюмчики, которые ходят.
Что, долго ее крутить? Интересно, и куда? Почему они свалили? По какой причине они решили уйти? А, здравствуйте. Вы меня не звали, но я к вам пришел, да? А, йоу, пины, я-то... Центральный комплекс, пролет номер 3. О, здоров. Угу. Забудьте о Фримене. Как я понимаю, у нас следующая глава? Да. Следующая глава называется «Забудьте о Фримене». Ура. Мы упустили последний шанс выбраться. Да мы все время как не придешь, мы же... Ты привел с собой поддержку. Да. Она тебе потребуется. Валим отсюда к черту. В общем, как не придешь, у нас все время... Мы чего-то не принесли, кого-то не подождали. Слушай, я не знаю, кто это такие. О! Поддержку я привел. Привел. Поддержечку я привел. Знаете что? Так. Давайте мы сейчас сделаем по-другому. Тут надо было, наверное, вот так вот. Хе-хе, я здесь. Хе-хе, пока. И теперь возьмем сюда. Закроем. Включим. Ну так надо было. Последний шанс выбраться. Надеюсь, ты привел с собой поддержку. Да. Она тебе потребуется. Привел, конечно, привел. Валим отсюда к черту. Слушай. Там в арте Гоша. Две от... Вы два идиота встали. Один не может открыть, другой... Открой дверь! Вертигон! Ребята, нас запер Вертигон. Ну это же надо было. Дверь открой. Эй, пошли. Да куда мы пойдем? Там не только Вертигон, там... Чё вот этот вот чел? Реально, это баг. Ну что за хрень? Я не могу выйти отсюда. Может быть, здесь мы сможем пройти? Нет, мы здесь не сможем. Чё такое бросить-то туда, а? Видимо, надо перезагружаться, ребят. Но это реально баг. Нас закрыл Вертигон, который не хочет выпускать. О! Сейчас мы пройдем. Открой. Так, минус один. Галанга. Какой галанга? Дверь открой мне. Спасибо большое, мне открыли дверь. Идиоты. Блин. Придурок. Я вот все время беру этот гребаный дробовик, потом сам себя ругаю. Если с него пару раз промазал, все, можно сказать, считай, что ты трупак. Так, куда? Блин.
Ребята, это я просто поворачивал мышкой. Поворачиваешь мышкой, она стреляет в клавиатуру. Эй, что за хрень? Фу. А, валим! Что за пук был? Не понял. Все? Угомонились все? Ёперная, наверное, передовая. У меня просто 10 хп. Давайте, знаете, чего возьмем? Вот такой взять. Давайте вот эти штуки возьмем. Фак, там еще заспавнились. Да блин! Нормально. Мне нравится этот ствол. Так, аптечки, аптечки. Дайте мне аптечки. Что это было? Я никогда не нажимайте на две клавиши одновременно. Сохранить и загрузить. Спасибо. Обязательно. Так, а где у нас турелечки? А турелечки у нас где-то непонятно где, да? А, вон он. Круто! Мне это нравится, такой подход. Сейчас мы все сделаем по изи. По-быстрому, по изи. Ай, я идиот. Доставка быстро. Быстро. А, доставка. Здесь надо аккуратно проходить. Аккуратно. Чтобы не зацепить. Ничего. Интересно, сработает, нет? Опа, опа. А, отлично. Запад. Восток. А мы куда пойдем? Мы, наверное, пойдем на запад. Нет, на запад мы не пойдем. Здесь закрыто. А, значит, да. Вот на этот запад мы пойдем. Покупка. Ёп. Ты даже не вздумай вставать. Бум. Какая красивая вода. Блин. Господи. Сейчас мы этих идиотиков завалим. Там где-то эта рыбка плавает. А, ты блин! С одной тычки сразу. Как бы мне ее обойти-то, а? Если бы знать, куда идти. А, давай вот так.
А, я знаю, куда идти. Надо вот сюда просто пойти. Так, где здесь лестница? Откройся, спустись вниз с лестницы. Я не буду нырять, поэтому мы ее пройдем. Подожди, шестереночка. Да подожди. Ура, мы прошли. Ой, да голь! Спади ты, боже мой! Да! Фак, чуть ли не было. Сохранимся с 3 хп. Хардкор. О, там есть у нас аптечка. Круто? Давай. О, да. Теперь можно дальше двигаться. Так, где мой дурацкий дробовик? Хотя, в принципе, у меня есть и пистолет, которым я не стреляю. Так, тут опять у нас шестерни. Мы поедем и помчимся. Ага. Так, опять тут у нас эти ловушки. Рыбы нет, надеюсь? Да, рыбы нет. Это хорошо, это радует. Оп. Ёперный театр. Да ты-то откуда взялся? И ты! По грени. Давайте грену бросим. Дубль 2? Дубль 2. Мне нравится одно и то же проходить по 50 раз. Без напряга. Аккуратненько, потихонечку. Ну, потихонечку и аккуратненько. Это громко сказано. Так, сохранимся сразу. Достанем пистолетик. Ёпь. Как меня так зажевало? Дерьмецо-то. Смотрите. Так как мы уже знаем местность, да? Мы сейчас сделаем вот так вот. Туда бросим грену. Шмяк-шмяк. Как я зачистил, а? Как я тут чистил? И шмяк-шмяк сделаем вот так вот. Это уже радует. Опять загрузка. Да что ты будешь делать? Одна загрузка и загрузка. Ба-ба-ба-ба-пам. Почему глава называется «Забудьте о времени»? Я, кажется, знаю почему. Ох, нифига нам тут надавали. Если нам надавали столько здесь арсенала, то, наверное, будет ой-ой. Я думаю, потому что в прошлой серии нам сказали то, что забудьте о времени и валите отсюда. Только так. В том плане то, что забудьте вообще про эту базу, просто оттуда валите. Так, а куда нам надо? Не идешь-то. А, вот, идешь. Йоу! Скаты! Ёперный! Тихо! Я теперь понял, почему они сказали валите отсюда и забудьте о времени. Тут летающие скаты! Сколько тебе можно в голову стрелять? У тебя на ней только один берет. Да! Дерьмо. Цо. Факин щецкий. Короче, мы делаем вот так вот. Блин. Главное не подпускать к себе
Лови! 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 Фу! Как ты отлетел? Тебе понравилось? Да блин, они реально, а вот... Меткий, куда бы деться? А, Грена, что ли? Эй! Да. Где-то тут. Сейчас я достану свой арбалет, из которых... Хрен попадешь. А, Грена! Да. Вот че так, а? Иди сюда, вылези только. Вот так вот, понял? Еще одна Грена. Да что ты будешь делать? Ну? Тихо. Ёперный театр. Я, короче, понял, здесь специально так устроено, что... Получил? Получил? А, Грена. Устроено то, что из этого периметра... Не, можно, конечно. О, можно вот так стрелять, так удобнее. Думаю, тратить ли базуку или нет. Мне кажется, по сценарию... Наверное, кто-то другой должен завалить. Так давай, беги. А! И пинка для скорости, да? Хорошо, давайте тогда пойдем налево. Тут было ХП. Направо не получится, и налево тоже. Фак, может мы его попробуем завалить? Угу, завалили. О, ни хрена себе. Вы видели, что происходит? Он еще и рушит камушки. Я его даже не заметил, ребят, как он... Да блин. Дурацко тут гранатомет с его наведением. Он врезается все время в правую стенку. Мне кажется, зря это делаю. А, или это не тот танк. Мне кажется... Он нихрена не взорвется, ребят. Да ёп! Иди вон. А не, начинает лучше гореть. Сильнее. А, отлично. Так, а теперь достанем арбалет. Его колбасит. Ну давай. Я промазал. Как-то все по-нубски долго прохожу. О, да-да. Гранаты. А, перезарядка. Хороший ствол. Он отскакивает. Знаете, что мне надо? Мне надо что-нибудь для арбалета. У меня есть базука. Еще есть грены. Есть много-много грен. Например, вот сюда. Так. Там кто-то скулит. Угу.
Ёперный театр. Там эти козявки, там букашки эти маленькие, но разрослось там все очень жестко. Энергия 30%. Энергия 40%. Так, ну нам точно, значит, не сюда идти. Так, сюда я пришел, окей. Да. Глупости какие. Печечка. Так, а здесь что у нас? Не работает лифт. А этот работает? Этот работает. Я чувствую, там сейчас опять замес будет. Четвертый этаж. Открывай. Пахнет это радиацией, да? Да, как обычно наступил. Мог и не наступить. Приколисты, что ли? Иди сюда. Иди сквизи, да? Аптечку мы заберем. Генератор. А для чего нам генератор? Пока неизвестно. Наверное, ни для чего. И этот работает. Да? Да, этот тоже работает. Тут все капает, течет. Окей, пошлите тогда наверх. О. Энергия 25%. А, вот оно. Да ёб... Тихо. Не газуй так. Ты что, меня спалил, что ли? Ух ты, там и танк еще, ёперный театр. Я решил попробовать. Ради интереса, ради эксперимента. Ну, лучше бы я это вообще не делал. Давайте постреляем тогда с... С кольта! Да кто там так хорошенько зарядил меня, а? Они там между собой воюют. Ну-ка, если я брошу липучку... О, да. Вертигоши положили нахрен этот танк. Теперь выходить из-за печки. Мой черед. Еще надо... Ох ты! Там остался вот этот чудо-юдо-рыбакит, который стреляет пиявками. А где она? Пока неизвестно где. Это круто. Вон она. Энергия 30%. Энергия 50%. Странно, может, он стрелял из чего-то другого? Чел, он такой звук был. Пиу-пиу. Это было не похоже на обычный ствол. Или это был просто
Действительно, вот этот вот вордалак. Да ладно. Мы идем дальше. Ух ты! И вообще, реально сбить? А вот так она меня не видит. Я сейчас, конечно, попробую. Да, ее реально было сбить, а нет. В общем, она спряталась зачем-то. Йоу. Чего мы мучимся, а? Давайте просто сляжем и все. Чего мы мучимся, действительно? Сохранится. Че, повыпендриваемся, да, или сразу бросим? Давайте, я думаю, сразу бросим, чтобы... Вот так вот. Без всяких выпендрёжей. Та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та. Кнопочка. О-о-о, куда-то мы сейчас телепортнемся. Как говорится, мы вас не звали. Угу, нам самый низ надо, да? Понял. Ну, поехали тогда в самый низ. А, ты еще не хочешь ехать? Ламбда. Это, по-моему, ядро лямбды. Куда нам надо? Так, а где тут кнопочки? А, вот же. Пробежал, как вонючий ветер, даже ничего не заметил. Все, спускаемся вниз. Ядро лямбды. Ну, я думаю, ребят, на этом мы закончим. А вы были на канале Джонни Паппет. И продолжим мы уже в следующем видосике. Если вы досмотрели до этого момента, поставьте лайк, напишите комментарий. И вообще, что вы думаете о игре Black Mesa Remake Half-Life 1998 года. А также подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. А мы увидимся уже с вами в следующем видео. Всем пока-пока.